Сегодняшний совет прошел в расширенном формате. В нем приняли участие представители городских властей и общественных организаций. Тема важная, волнует всех. Как летом плодотворно поработать и хорошо отдохнуть. В первую очередь речь зашла о самых маленьких горожанах. Хорошие условия проживания в загородных лагерях, хороший доступ в детских городских лагерях. Я приглашаю всех, кому необходимы путевки, в центр социальной защиты населения, в профсоюзные комитеты предприятий. Я думаю, что мы обеспечим все возможное для отдыха наших детей. Дети – наше будущее. Помочь организации летнего отдыха может и общественность. Сейчас в городе рассматривают идею создать специальное объединение. В этом году планируют создать новую общественную организацию и поучаствовать в летнем отдыхе наших горожан. Можем ли мы рассчитывать на вашу поддержку? Внесены изменения в федеральный закон по поддержке общественных организаций, и сейчас власть имеет право выделять гранты на поддержку наиболее эффективных проектов, в том числе и молодежных проектов. Можете. Не забыли и тех подростков, которые останутся летом в Череповце. Им городские власти предлагают заработать. На трудоустройство детей и молодежи в этом году выделят средства федерального, областного и городского бюджетов – 4,5 миллиона рублей. Кроме того, свой вклад внесут и предприятия Череповца. Рабочие места предоставят поликлиники, библиотеки, музеи. В этом году юные горожане смогут поучаствовать и в проекте «Бригада мэра». На эти цели из череповецкой казны выделят 1 миллион 400 тысяч рублей. Сегодня обсудили и обратную сторону лета – лесные пожары. Представители общественности внесли свои предложения. Власти всем должны на этот вопрос обратить внимание. И прежде всего разъяснительная работа. Как заверяют чиновники, меры уже принимаются. Накануне состоялось заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. В нем приняли участие руководители Пошнадзора, водоканала, управления архитектурой и градостроительства, работники метеослужбы, лесхоза и МЧС. Службы отрапортовали, в целом к жаркому сезону готовы. Вот власти города обещают, они сделают все возможное, чтобы лето в Череповце ничто не омрачило.